Славянский район по праву считается территорией спорта. Об этом убедительно говорит и большое внимание, которое уделяется улучшению спортивной материально-технической базы. Ежегодно в нашем районе ремонтируются спортивные залы, чтобы ребята и взрослые получили новые возможности для физического развития. В Анастасиевской средней 25-й школе физкультура и спорт в почете. Поэтому долгожданное событие – торжественное открытие второго спортивного зала после капитального ремонта – собрало учащихся, педагогов и друзей школы. Глава Славянского района Роман Синеговский приехал, чтобы разделить радость открытия спортивного зала с юными анастасиевцами. После традиционного перерезания красной ленты он приветствовал всех собравшихся. Мне приятно, что все делается для того, чтобы наши дети занимались спортом. Приятно, что в вашей школе вот есть титулованные спортсмены. У нас будет еще больше достижений благодаря тому, что вот появляются возможности для занятия спортом. Сегодня губернатор Венера Ильич Кондратьев ставит задачу, чтобы спортивные залы работали до 10 часов вечера, чтобы была возможность не только молодежи в сельской территории, но и взрослым приходить и заниматься спортом. На празднике торжественного открытия спортивного зала ученики порадовали всех стихами и танцами. Гордостью школы являются ее спортсмены. В их числе призеры и победители первенств Краснодарского края по различным видам спорта. Даниил Виноградов стал серебряным призером всероссийских соревнований по легкой атлетике. Я очень рад, что зал обновился, и мы со своими друзьями будем там заниматься, чтобы порадовать наших земляков новыми победами. Все, кто дружит с физкультурой и спортом, а таких ребят в школе очень много, не скрывали своей радости от этого важного в их жизни события. Я, как и мои друзья, очень рада, что в нашей школе осуществлен капитальный ремонт спортивного зала. Мне кажется, для каждого из нас это будет огромным событием. Нам сделали прекрасный подарок, открыли обновленный спортивный зал, в котором каждый ученик сможет заниматься и как-то проявить себя. И для учителей физкультуры второе рождение спортивного зала открыло новые возможности для работы. Намного легче, эффективнее будет проходить работа. Теперь у нас 2 спортзала, хороший капитальный ремонт сделали, оборудование хорошее. Будем стараться приносить успехи. В отремонтированном спортзале будут проводиться уроки физкультуры, тренировки, соревнования. Словом, он поможет ребятам найти прямую дорогу к физическому развитию и совершенству. Отличное состояние спортивного объекта, его шаговая доступность для жителей станицы будут способствовать популяризации спорта, стремлению к здоровому образу жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».